Ребят, в общем, я со своей командой. Мы сейчас едем в Припять, где у нас велики, все снаряжение. И сейчас мы проезжали мимо. Сейчас мы проезжали мимо того дома, помните, где на нас напал этот псих? И сейчас мы должны просто проверить, потому что вон этот дом. Ну что, Вадим, пошли проверим. Да, по той информации, которую я получил, тут логово мутантов нет. Оно само фиктивно. Пацан, пошли, я не хочу один идти. Я не пойду один. Давай. Что, стой? Да, Вадим, он вперед идет. Какой, блин, вперед? Ты сейчас я первого сожру. Ну, первого могу убить. Я не буду убегать, если. Понимаете, что такое? Ах, какая-то колючая проволока. Что? А, это ты. Так, ребята, мы подходим к этому дому. Я не знаю, вам видно ли это, но это... Ветки, да, сломаны, это не было сломано. Тут их сломал, они сами не сломали. Так. Вот. Он тут сидел, когда ты его поил, да? Не, он тут сидел, вот тут сразу, возле, тут? Возле сарая. Ну, тут его точно нет. Ты что с фонарем? Выключи, сам, включи его. Фонарь сам потух. Включи его. Он включен. Не знаю, не там включаться должен. Он сам потух. Жесть. Он сам вообще потух. Доставил батарейку в сад. Вот он потух. В общем, ребят, произошла одна такая прискорбная вещь, не знаю. У нас потух фонарь. Он сам потух. Надо пойти проверить, но с моим фонариком я не знаю, как туда идти. Стой туда, подожди. Пойдем обратно. Пойдем заменим батарею. Там еще одна батарея. Пошли. Ладно, идем поменяем батарею. Давай сюда, быстрее. Ребятки, мы поменяли фонарь. Тихо, я быстрый. Ну, вроде никого, вот наша кровать. Я думаю, что фонарь не просто так выключится, потому что, мало ли. Я вообще думаю... Здесь мы были. Угу. Ребят, на самом деле очень страшно, потому что страшно? Буквально месяца три назад здесь было нападение на напал мутант. Даже не мутант, а псих какой-то, наверное. Ну, чуток есть, потому что, понимаешь? Чувак, я просто сказал, убежал, потому что... А сейчас я прям реально загорелся его уйти. Я вот хочу, чтобы он был тут. Но, по моим данным, его тут не будет. По моим данным, лаборатория вообще в Припяти находится. Ой, стой! А этого не было! Жесть! Нифига себе! Это наросло, нифига себе! Да не могу его вынести! Но заросло за 2 месяца! Дерева не было! И сломал! А кто сломал дерево? Вообще я не помню тут дерево. Я тоже не помню тут дерево. Вот, ребят, смотрите. Вот тут мы спали, а тут я держал дверь. Вот тут дверь я держал. Да. Стой! Чё? Это шорох был. Шорох? Пацаны там, да. Слушай, давай только без нападения на мутантов часть 2, блин. Мне этого только не надо. Сейчас, тем более. Короче, ребята... Ох, нифига себе, это вообще, посмотри, как в фильмах ужасов. Оно такое заросшее, как в фильмах ужасов. Может, это он? Это виноград, да? Виноград, да. Не, походу никого нет. Ну тогда что же, нам предстоит теперь долгий путь в Припять. Жесть, просто ребята. В общем, теперь, походу, еще? Никого нету, но теперь нам предстоит в срочном порядке добраться до Припяти. Потому что именно там, туда ведут все следы, все улики, все показания. Да. Что в смысле застал? Прямо. Че
что, офигел, засал? Я там, конечно, давным-давно был уже. Ничего, сейчас засал. Блядь, может, ты засал? Я засал, я сейчас залезу. Я на нем уже был. Видео мое посмотри. Зачем это лезть? Засал на бугуре, засал, все. Димич, блядь, ты все задалбывал весь вечер? Я задалбывал? Да. Вчера задалбывал, потерялся где-то, на дуге потерялся. А где ты сразу снимаешь, блин? А что, хочу снимаю. На Алекса гоню, на этого трейсера гонишь, не пойми чего. Он нас кинул? Блин, я не знаю, тебя с этим тебя кидал. Алекс супер, гонишь на них, блин, начинаешь на нас. А что, ты за Алекса фригаешься? Ё-моё, за Алекса фригаешься. Вадим, ты что, охренел совсем? Пришел в этот Припять и свои права будут качать. Пришел в Припять и качает свои права. Ладно, у тебя базару нет, нормально все было. Ты нормально ехал, ну, у тебя велик не ломался. А вот они двое, они вообще жесть. Они всю Припять. Не, ну ты... Всю дорогу они тормозили, не так? Хорошо, кто вчера потерялся? Сам шумит. Подожди, там что-то шумит. Ой, кто у нас тут секунд? Кто у нас тут секунд? Я секунд. Да, 2 секунд. Слова ответь. Давай ты за свое 2 секунд. Ты врешь, я секунд. Странная все, ребят, вообще. Стоп. Спокойно. Спокойно, ребят, спокойно. Не, ребят, хватит, серьезно. Да хватит. Что вы не такие? Не, это все понимаете. Вы сейчас накопаетесь, что радиация, это все странно. Это все, давай, все, хватит. Да хватит, что вы, пошли. Да спокойно. Спокойно, спокойно. Вы сейчас себе шейку переламываете? Алло, все. Петухи. Короче. Пиздой в Припять сам. Да, не ты начал драку? Кто с врача влепил? Да, конечно. Ну все, удачи. Удачно приняться. Удачно приняться. Ребята, как вы видели, только что был такой, как бы сказать, можно пиздец. Вадим, по-моему, совсем офигел, поскольку все было нормально, пока он не начал. Он мне рассказал 6 секунд, что засал лезть на колесо. Как помните из предыдущих моих походов, у меня есть видео, сейчас его даже сюда ставлю ссылку на него, под этим видео, где я лазил на колесо обозрения еще год назад. Вадим сейчас начал мне рассказывать, что не лазил, ну да ладно. Он начал говорить мне 6 секунд, он нас жестко задерживал в своих этих велосипедных приключений, на дугу ему захотелось резко, как мы договорились сразу ехать в Припять. Начал гнать на трейсера, не пойми чего. Я не знаю, хорошо, что хотя бы все не пошло до кулаков, поскольку, смотрите, вот как можете видеть, я немножко руку сдрал, когда там упал. Но говорю, хорошо, что не дошло до кулаков, потому что, не знаю, забирала бы нас из Припяти скорая помощь. Как помните, я сюда направился искать лабораторию, где производили какие-то там исследования секретные. Откуда, возможно, пошли эти мутанты, которые на нас напали, как я показал вам дом. Я с Владимиром Волком сейчас отправлюсь исследовать одно место, где вполне возможно, которое даст нам наводку на следующий шаг. Ребят, мне кажется, нашел первого чернобыльского мутанта. Посмотрите. Это походу белка. Или крыса, или белка, посмотрите. Что это такое? У него глаза заклеены. Но походу это родилось. Жесть. Маленький чернобыльский мутант. Ладно, мне тогда придется идти на Юпитер сейчас. Здоровья тебе, маленький мутант.
Да, джаз в Чернобыле такая фигня живет. Я думаю, как вы уже заметили, я выехал из Чернобыля, я уже как бы в Киеве. Но сейчас я вам просто обязан рассказать, какой трэш произошел с нами прошлой ночью. Короче говоря, у нас закончилась вода, да. Мы ехали без воды, вообще еле ехали. Ехали мы втроем, я, Марк и Волк, потому что, как вы помните, из-за конфликта Вадим от нас уехал. Так вот, ночью мы решили зайти в домик лесника и взять воды. Мы думали, там никого нету, но там оказался лесник, который погнался с нами. Вова, в общем, посветил ему в дверь. Мы думали, там никого нет. Потом он как начал грюкать кастрюлями, наверное, чтобы нас испугать, и погнался за нами. Он на нас, короче, вызвал полицию. Мы еле переехали мост, потому что на мосту обычно делают засады. Мы его еле переехали и залегли в кустах. Так, в общем, в одну сторону проехала полицейская машина со включенными фарами, а обратно она ехала без включенных фар. Господа полицейские просто читерят. Они реально берут и играют против правил. Они ночью ехали без фар, типа, мы их не заметили, и словить нас ночью. Я не знаю, нам просто повезло, что именно в тот момент мы лежали на обочине, просто полиция проехала и нас не заметила. Они, в общем, потом ехали обратно, но мы бегом сели на велики и со всех ног мчали до ключевой проволоки и вылезли. Ну просто, ребята, прикиньте, если бы мы не легли в траву, нас бы просто словили, реально. Это было жесть. Жаль, что ночью не делается снимать, потому что тогда камера ночью ничего не так бы я снял очень крутой побег от полиции. И на этом наши приключения с полицией не закончились. Когда мы уже подошли к колючке и вылезли, буквально через минуту приходит, короче, колючки, не знаю, то ли сталкеры, то ли, ну, скорее всего, полиция, поскольку они искали нас, там хрустили ветками, и начали, что-то стояли, начали разговаривать. И как вдруг, в общем, один из нас, я не буду говорить кто, он, мы сильно старше были, он заснул и захрапел. Я вообще подумал, что это был кабан. И, наверное, полиция тоже подумала, что это был кабан, потому что они резко ушли, потому что реально было похоже на хрюканье кабана. Ну, в общем, такой лайфхак, как отпугнуть все полицию. Но реально было страшно, потому что когда мы перелезли, сразу пришли на то место, где мы перелезли, двое человек в ботинках и в форме. Скорее всего, да, пограничники, думаю, даже были это. Вот на этом, пожалуй, наши приключения с полицией закончились в Чернобыле. Но, поверьте, это было реально эпично, было страшненько, ну и было очень круто. А теперь немножко по поводу Вадима. Я думаю, вы все видели, что мы с ним... Такой у нас конфликт произошел, там, я не знаю, в общем, давайте так, если вы хотите, чтобы мы помирились, ставьте лайк под видео, пишите под комментарии, я не знаю, насколько это быстро произойдет, но я буду посмотрю уже по количеству лайков, по комментариям, возможно, мы помиримся, потому что, я же говорю, он поехал от нас, и куда он дальше поехал, что с ним, мы пока что не знаем. На этом, пожалуй, все, дальше будет еще одно видео или два, всем спасибо за просмотр. Hard to breathe. I wish that you would just put me down.